Да я пошутил, что буду шутить. Сука. Я только приготовился, блядь, смеяться. Запись включил, да, чтоб... Что-то я в какую-то пати нехорошую попал, тут маги переписываются. Спамят хуже меня. У нас кресты, надеюсь, все одетые? Ну да. Я надеюсь, у нас Трися просто на трэше в танке, да? Сань, я пошутил, а то опять до тебя бежаться начнешь, Сань. Мне Санё. Попу вообще на тебя можешь... А, ну ладно, тогда ладно. Тогда лучше не будь в танке. Слышь, Трися, у тебя один аккаунт? Да. Блять, хуёво, так бы сходил к твоим БДК. Ты думаешь, я бы тебе дал аккаунт? Ты дурачок вообще, что ли? Почему нет? Надо быть откровенно дураком, чтобы тебя доверять. Блять. Ты ж, блять, можешь в истерику впасть и удалить персов не только своих, но и чужих. Ты дурак, что ли? До такого даже я не опущусь. Че, у нас сказать? Уже удалили персонажи, помните, кто-то ливнул в гильдии и поудалял всех. О, ку-ку, Вася, смотрите, кто зашел. Он же плохо хилит, там есть? Да, давайте его флаг научим. Он хилит лучше. Подведите его аршами, давайте, прикольно будет. А ты тогда на демона, да, или на кого? Так, на кого скажешь? Ну, Ваня, смотри, кто там. Да, давай, заходи на демона, заходи. Рога, ну... Рога КД, да? Блин, почему-то я помню, что Куку Вася плохо хилит. Вы не помните? Хорошо хилит Куку Вася. Ну, он охуенно хилит. Ну, ладно. Че, на кого мне заходить? Заходи на дамажащего кого-то. На лох еще заходи. Заходи. Я не хочу никого оскорбить, но мне кажется, надо будет пятый хил. Я не хочу никого оскорбить, но мне кажется, там ни одного нормального хила нет. Ну я это имел в виду. Пускай Ретри заходит на хулипал и хилит на Брайт. Ну, я до Сэ не знаю, я про Сэ ничего не могу да сказать. Да конечно, мне на приста одевать. Оденешь в следующий раз. У меня прист полгода в гильдии, до сих пор 5.9, это смешно. Так надо в обычки с воином ходить пристом. С обычки уже полгода не собираются. Ничего себе, ты сейчас заявила. Мне аж страшно стало. Неделю собирается. Это только ваши проблемы. Каждый КД собираются обычки. Я работаю. Когда я прихожу, нету таких обычек. Агент работал. Кто каски бафнул? У нас просто три пала. Наверное, каски я лучше бы, чтобы разбафнул. Ваня, у тебя шипа есть без КД? Нет, там КД. Чё, на шипа? Нет, шипа? Кресты, наверное, кулаки есть на рейде. Давай, полголы кресты, фулл метал, кулаки, а я каски. Это, мне кажется, шипы надо, потому что мне надо будет холи пристану на некоторых боссов, но там таби может упасть. Чё, я не упаду? Чё это я упаду? Ну, Ваня, думай, короче, там, не знаю. Сразу мне в хули приставили. Ваня бедный молчал, теперь на него перекинули, говорят, думай. Так, блин, Воя, ты ж собирал рейд, ты перекинул на Ваню теперь. Да, ну, собирал рейд, ты посмотри. Давай на ребро хилом, а там ДДшкой будешь идти. Пять хилов. Там таби, где-то, не АФКш, подходите, пиши я, там. Я все буду брать за 10%, у меня ЕП мало. Таби, подходите, давай, пишите, вы как-то на каспик ролит, куда ЕП будете получать. Классное заявление. Дай если там, выпадают тапки или колье, ты сразу за 10 забираешь или еще с кем-нибудь поторгуемся? Я все забираю за 10, пусть берут. Все, все услышали, блядь, ткань можете ливать. Все, блядь. Где там ФОСДК этот 6 КГС? Уберите, пацана.
Так, ладно, давайте пока 24 пойдем, а там посмотрим. Смотрите, там что, по бафам дайте карту на приставку. Лапу еще. Да, лапу дайте и... лапу. Интеллект. Чем немножко маны. Он там мизантроп зашел, это ж друг наш тоже. Да он что-то АФКшт тем уже писал. А козырь вон си. Вот, козыря бы взяли кем-то хорошим. Шопена. Какой-то РПАЛ 6.5. Но это не шипы, ребята. Ты шедоуморно поменяй, ставь, пусть она хотя бы тех магов слабых захиливает. Какая разница, все равно, если упадут, то упадут. Дайте по магам фулл баф, сейчас будем начинать уже. Все тут, дайте по магу бафы. Ханты, только напуливайте обязательно на каждом боссе на таркозу с пула. Ну, проги просто нету. Тоже там смотреть. Так, давайте вроде все тут. Чек на пул. Ты мне покидаешь истерию, когда я попрошу? Нет, конечно. Спасибо, брат. Да не за что. Обращай. Каску помогал. Дайте каску. Блин, там приз треть засчитывал, а мы стоим до сих пор. Давайте, все готовы. ДК, начинай на пульте на ДК. Садитесь под жопу, только в лужах не стойте. Но не выходите. Роста? Да, дайте рост. Чего не дали рост? Давайте. Танк наш. Так, давайте, сейчас будет вихрь, танки разбегутся. РДД играйте по ребру, милики по шипам. Смотрите, куда будет лужи лететь, от ребра уходите. Смотрим, по шипам играем милики. Дайте им на хп. Не стойте в лужах. Да, вот сако. Играйте по шипам. Там с левой стороны шип на хиле. Блять, что ты там делал? От лужи убегал. Ты бы еще камень прожал. Стойтесь под жопу все. По шипам играйте. РДД справа шип, спереди шип на танке. На танке шип сбейте РДД. Мирики не лезьте, с крилом убьет. Саня, сейчас ничего не резайте. Чего вы под этим под мордом стоите? Убивайте. Резайте павших. Он сразу за 0% таби отдавай этот пояс нахуй. Как будто его и не было. Спасибо. Рольте пояс. Если чё, кун на богохульник епа.
пиши. Если ты ИП получаешь на богохульника, то ты не можешь рулить престом в этом рейде. Он вроде уже получал на богохульника за ЦЛК 25 гер, но я не знаю, у него двойное есть, нет? Я знаю, что получал, но ИП с богохульника, если что. Ты не можешь больше получать ИП Навара один раз за одно КД. Выучи правила, вступи в группу. Хилы есть? Есть, вырывайся. Там штаны, если что надо, блин. Тогда на табурену. Так, вон там нама. Напиши тоже. Пиши в арканик. Да, там же права есть, вроде выше, нет, маг? Какой? Муерц или как там? Фонтаны 7 пиара, у Муерца 14. Что я даже не вижу ВПФ? Сейчас надо ревнуться. Так, этот... Лантана, дай Муерцу. Пояс. Так, бейте, да, сейчас релоун, быстро там шмот забрал. Достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Беги, малышка, беги! Я пока не могу прочитать это заклинание. Что, я сейчас шаленщик кину? Просто одна простая формулировка. На кого ИП, точнее, на кого вы ролите, на того и ИП. Не можешь ты получать ИП на другого, а ролить на того, кем идешь. Это вообще нереально. Так, сейчас захожу. Реально, вообще не нужно никому шмот. Ну, если не нужно, или если у тебя двойное ИП. А двойное ИП это один фуловый перс, который ничего не ролит. Связан. Не, ну при двойном ты тоже не можешь рулить на одного, а получать ИП на другого. Ты что-то херню сказал. Ну, перс-то ник разный у персов, как бы они связаны. Перс-то фактически разный. Рулишь на нефлового, а получаешь, ну, на обоих считай персов, они же связаны. Рольте за фанаты кому-то на танк и на майнспек. Сейчас дам. А, блядь, придется перезаходить. Сейчас. Слышь, Слава, можешь пораздавать тут? У меня что-то аддон багнулся, не мог его включить нормально. Ну, у тебя просто права нет. Сейчас я зайду, накину права. Здесь тоже нет прав. Надо кому-то на мейнспек. Хорошо, раздели. Жесть, сколько на танк упало. Вообще и про товары забираются, которые играть не умеют. Так, давайте, кто тут в танках спекнулся? Так, Дорн спекнулся, давайте, два БДК слева, протопал справа, первый на пол на Теркоза будет идти, второй на Дорна. Бибо-пол. Сейчас он зайдет. Так, трэш сливаем, игроков контролим, так, что у нас тут, дроидов мало, престов мало, надо будет, короче, фиять трэш, капли сливаем. Магика сюда дают, присты фиряют.
Ну, все как обычно. Кровать, Олег сейчас заходит, чек на пул. Самое главное, диспельте проклятие, братишки. Что такое проклятие? Тут. Да, что, Ваня? Так, сейчас, давайте чек на пол, мне Слав, давай ты разваливай, потому что у меня дон все равно не работает. Лутера давай. Сейчас. Таби, поздравляю тебя, сейчас ты будешь 6 кгс. Боже мой, умоляю. Давайте, все готовы, начинаем. Играйте по трэшу, вышел трэш. Право-лево бейте. Там ДК власть, не включи, не забудь. Так, сливайте капли, там все сливайте. Смотрим, контроли сейчас будут. Скелета не бейте, прежнего не бейте, потом вот добьем, когда следующий трэш будет. Играйте по рейде, смотрим, контролим. Контрольте. Убейте. Потом убьем. Сейчас будет трэш, потом убьем. Бейте, играем по трэшу. Давайте бьем, надо будет стопануть еще раз, все равно, так что бейте трэш. Так, давайте справа-слева добивайте. Контрольте. Законтрольте САУ, САУ законтрольте. Играйте по рейде, потом добьем. Ничего вы не контролите. Некому контроль. Так. Падать надо. Да, падайте. Подожди, 2 БР есть, и этот звездопад откатился в контроле уже. Ну ладно, давайте не падаем, тогда шаленси, играем по трэшу, играем по трэшу. Шаленси резы, актуаглы. Олег, пока никого не резаем. Играйте по трэшу. Законтрольте игроков. Давайте переводим леди. Дайте рост. Напуливайте на ДК первого и лови. Мне кажется, не успеем. Да давайте, если не успеем, то упадем. Вот, так, стоп. Играем да по трэшу. Да не стопнешь уже 400 тысяч. Бейте все трэш. Ладно, ты попробуй. Бейте трэш. ДК лови там. Доты 800 тысяч сносят. Контрольте игроков. Давайте, пробуем, вызовите там войско ДК. Да не. Так все, падаете. Да это хуйня. Ну блин, звездопад в контроле обычно откатывается. Там не подгадаешь. Вечную тьму. Можно, в принципе, если. Если в следующий раз так будет, скажешь, я гимн прочитаю. Я просто звездопад дал на первый трэш. На первом контроле он на КД был звездопад, и на второй как раз откатился. В контроле уже. Ну если будет, крикнешь, там на ХП гимн зачитаю. Я вот не знаю, мне в ШП спекнуться здесь. Ну давай, в принципе, ребро убери, спекайся в ШП.
Надо по контролю. Лям 4 флеш на дамажу. Каких-то отдельных людей назначить на метки. Там квадрат, русы и луна есть метки. Да нет, там все пусть контролят, все вообще. Так будет. Там может контролить. Не, там и Локи могут контролить, и Вары тоже кидают фиры. Да это понятно. Престы там все могут кидать. Нам что, трех престов не хватает законтролить? Просто не будут фир или стан в одного кидать. Чтоб просто... На этом трайве было ни одного фира. Ну я фирил, но как бы не сбиваюсь. Не, не найдем, там некого находить, так что так играем. Поднимите, пожалуйста, ребят. Вы все идите, так приятно смотреть на вас. Спасибо, ребят, что отозвались. Теперь я понял, насколько мы дружны с вами. Что ты говорил, я не услышал. Я говорю, резните, пожалуйста. Я смотрю, вы ужинаете, вам нормально там. Дед, я не вижу. Я бил трэш справа. С правой стороны. Спасибо, друзья. Короче, на X5 еще ебашат ГП пацанам. Если вдруг они ухи не сняли. Кто там за все дает ГП? Давайте всю дайте там фулбафы, пристабаф, лапку, интеллект. То есть там Фурик уходит в контроль и бьет кулаками. Защиту от темной магии снимайте сразу. Не бафайте ее даже. И ауру защиты тоже уберите от темной. Да ее и нету. Ну теперь нету. На прошлом пуле была. Так, смотри, там бафом чем не хватает, чек на пул. Дайте МП5 по охотникам. Что я выпил? Охотники, ты вылетел? Нет, что-то у меня выпил персонаж. Так, давайте, все готовы, начинаем. Так, давайте, слева там трэш убили, справа добили, слева там все убили трэш, играем по рейде, смотрим, контроли сейчас будут. Так, смотрим, контролим. Законтрольте мага, охотника законтрольте. Олег, резай шадоумора. Дайте там по нему сразу бафы, там каску, пристабаф, хилить его. Так, идем трэш бить. Смотрим, бьем трэш, сейчас будет контроль, готовьтесь, контрольте игроков. Давайте справа добейте. Так, что там, добили, играем по леди, контрольте. Так, зафилили нормально. Давайте бьем, пока скажу, надо будет стопнуть ДПС. Не стопайте на 2,5 миллиона. Нет, нет. Надо будет стопануть. Все, стопаем, не бейте, леди, ждем трэш. Ждем трэш, не бейте. Играйте по трэшу, после один трэш хорошо сливайте, потом будем переводить. Так, добейте там трэш. Смотрим контроль, контрольте игроков. Вара за, да, вара за контрольте. Переводите леди, напуливайте на БДК. Так, давайте, нормально, играем по трэшу. Вышел трэш, давайте рост, дайте рост. Добивайте трэш, спускаем вниз леди. Играем по леди, смотрим, духи возле леди 3 штуки, аккуратно отводи. Захватки духи, если падаем опять W, Shadow Mort, Kirkos.
Ладно, БДК, простите. На контроль игроков. Смотрим, духи. Два духа возле леди отводи. Играем по трэш, вышел трэш, никого не резать, джест. Бейте трэш. Духи там вышли аккуратно. Вышли аккуратно. Так, духи сзади, один справа, аккуратно. Смотрим, там будет. Смотрим, контролим. Контрольте сову, контрольте. Сова звезда подала, контрольте сову. Убить ее это не надо. Этот меня и убил вихрь. Это ХП. Звездопад до контроля давал. Уже. Так, духи. Так, духов нет. Да, духи возле леди, играйте по трэш. Отойдите от леди, все отводи, оттуда леди отводи. Я хотел с это дать. Пан. Добивайте трэш. Духи в центре, три штуки, аккуратно. Контроль игроков. Так, отводи леди, там три духа вышло из нее. Аккуратно. Это как так? Опять Трися, ты чинем очкас, ты не можешь. Играем по трэшу. Не бейте леди, там два духа возле леди, играйте по трэшу. Смотрим, контрольте игроков сейчас. Роджер, так, нормально, хилов только не стейте в контроле. ДЦ с диспельсней щит земли. Отходим от леди, там два духа возле нее. А, давайте последний трэш сейчас будет, потом будем добивать. Играйте по трэшу, духи возле леди. Давайте последние контроли. Контрольте, ПВ законтрольте. А кто, паладина закрыть? Законтрольте игроков, добейте трэш. Добейте трэш, потом будете... Добивайте леди нормально, добивайте леди. Трэш уже нормально. Добивайте леди. Че вы столпились, не вижу нихуя. Кто на осколке первый? Не знаю, кто там на осколке по списку. QV? Непонятно, короче. Наверное, QV он выше по списку. Надо кому-то вот эта кожа. Там два босса только заходил у Кубу Васи. Кольцо кому надо? Да, пришли ребята, надо дать срочно. Там предупредил. Ну ладно, ничего страшного. А где хилы наши? Не знаю. Здесь все стоят, тут. В небо смотрят, блядь. Они же любят на луте постоять. Красавчики. Так, слава на РЛ, сейчас я хилом зайду. Благодарю духов, ты каким что хочешь? Они послали нам вас. Ты шаманом зайду. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Okay.
Можно пофакашить на кораблях? Мне нужно машинку стиральную освободить. Да ты же лут забираешь и так без ГП, еще офакашить. Сколько у вас ещё не забирают? Да? А вот это Вольсунг, это кто? Его братья? Или кто это? Кого-кого? Написано Airbus 6.5. Ну, бери, если там кто-то хочет. Там вар что-то пишет. Чего знаю, какой вар? На всех бой висит или только на мне? Да, на всех. На там вар, кажется, в Далоране сидит, там ничего не писал. Короче, там какой-то баф повесили на мобов слева, который с альянсовской стороны. А как у Васи сказал, уходит, да? Васи словил КДВ. Да. ГЦМ. Блядь, ну если на этих мобов ничего не повесили, извините, но мне показалось, что-то прилетело на них. А кто там хотел? Паладина какой-то? Вальсунг? Ну вон я его взял, да. А, ну пусть будет. Там да, я сейчас пробовал другой дом поставлю, может там получится раздавать. Может, проблема все-таки в звании, Вань, то, что ты варенька. Не знаю. Там... Просто я, насколько знаю, у твинков нету прав раздавать лут. Да не, ну права-то тут само собой. У меня сам ИПГП в редроле, он что-то глючит. Там, ты... дайте права. Так ты отключи редрол этот, а босса. Так как мне лут раздавать? Просто, ну, шифтуешь шмотку и кидают ролл и отдаешь, как обычно. Так потом по списку надо смотреть, кто там сколько выкидывает. Ну, могут сказать. Где или можно посмотреть, ну да. Дайте там шкафчик оделся. А вот. Дайте шкафчик. Берите плащи с собой. Сейчас паладин прислоним. Хотя мышка. Эй, как дела? Так, давайте все тут запускаю, а можете какие-то бафы дать пробафиться. Тут пушка, пушки. Чтобы насядьте какой-нибудь трак. Пушки занимайте, грейте. Слабо дамажит. Паладина пока что там написал. Сходи, Джей. Блядь, чё ж ты зависаешь? Сядьте в пушку, кто-то вот Леон, Мак, иди сядь в пушку. Вы видите, что это там вдалеке? Ты у кишени ролик. Я выиграл. Нам можно аж покашить на этом боссе, просто прыгнув с корабля. Кто лучше не покашить? Так тебя закинет опять не характер. Не, ну мне чешуя прохнула, чего же интересно. Играйте трэш в нашем корабле, потом будете летать, когда ДК перелетит. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрёшь. Палатин, тебе надо что-то с кораблей по луту? Тебя ждать там или сразу открывать? Сундук не открывайте. Давай, ДК полетел, рейд летите. Что там, доты добьют, перелетайте обратно.
Давайте на нашем корабле трэш пока бейте. Сейчас будет еще один мах, потом добьете. Так, давайте, ДК полетел, рейд летите. Так, Слава дал ответственного помощника. Добивайте корабль, сундук не лутайте. Так, сундук не лутайте, паладин там, заходи, портуйся. Пускайте там сурка сразу. Все, можно лутать. Я не ролю, там ошибочка. Сейчас запускайте сука, пока релогнет быстро. Бисы в игру так надо кому-то? На медведя. Ну, Олег, можешь там зайти, если не лень, шамана повысить до релога? БП заберу. Запускай, надевай, блядь, если пока зайду. Или сейчас надо. Как хочешь. Ну дай потом. Вот у меня вот этот просто, который я этот трол кидаю обычно. Я там приоритеты показывают. Мне что приоритеты там вообще какие-то 10 тысяч, 9 тысяч, такого никогда не было раньше. Мне какие-то неправильные показывают. Не могу понять, что. Да, ебать. Олег наебщик спрашивает, кто будет ролить на голду. Пишет я. Ваня говорит, ролим плащ, кидай ролл на плащ, Олег кидает свой ролл, говорит, давай 100 голды. Ясно, Олег, как ты живешь в этом мире. Так, давайте, короче, трэш надо сливать, если трэш. Понятно, с тобой. Не сливается, мы падаем, это при этом кто мало бил, ну и тому подобное. И там по бафам еще не хватает. Кстати, каску паладином. Какую банку лучше пить? Хасту или на броню? Там за 5 секунд линканите, когда бой начнется. Заняты уже ПС. Че, охерел что ли, блядь? ГП в 5 утра, блядь. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Линканите бой, это что-то у меня нету таймера. Долго еще. Линканите за 3 секунды, пожалуйста. Вы что ж, герои, как мужчины. Хотите узнать, сколь могущественны? Лися, поймай только босса, брат, я буду бить заранее. Так, давайте, готовьтесь. Крэш себе надо будет сливать. Давайте трэш 2 секунды, готовьте свичиться в трэш. Играйте по трэшу.
Так, надо будет еще два трэша слить. Давайте, 2 секунды трэш, сливайте его. Играйте по трэшу. Что не бьет автоатак? Давайте на 30% танки прожмитесь, на ком огром будет. Прожимайтесь. Трэш готовьте, сливайте трэш. Играйте по трэшу. Давайте, давайте трэш бейте. Че вы 10 миллионов не зарганете? Так, трэш или не трэш? Вот в чем вопрос. Ладно, не трэш, давайте трэш фирим, сливайте сурка. Сурка бейте. Лары там трэш верните. Ну, молодцы. Еще раз скол можно было стакать, да? Слав, кинь там одну шмотку через объявление шброли. Блять, а ты думаешь, я умею? Как это делать вообще? Вот так. Ну так я не знаю как. ОР еще прописывает. Похороним тебя, как подобает. Он листак. Рядом с матерью и предками. Че, это уже паролили, да, или что там? Ну да, получается листаку. На мейнспек. За фул? Не, половина чё. А чё вот паладин, которого добрали там кастан дамажа? Покоритель ролить. Посмотрю, что там по ДПС. А, да, 4К ДПС. Ничего, да. Что-то две атаки миликов в стене. Воль сунок. А, да. Блин, что-то на пристай вышел сразу, сейчас, подожди. Так, а не пристай, то нам расширить. Так, давайте, хилы тут. Даня, веди. Стоим тут, портал открыт. Блин, а почему у меня автоатака, блядь, 69 всего ударов сделала, когда у этого вара, допустим, у листата 103 штука? Играйте по валькирии точно. А при чем тут автоатака вообще? Это значит, что он у меня какое-то время не бил автоатака. Ну это скорее всего наоборот хуже. Ну для него. Для него хуже, блядь. Ну не для Ромы же, блядь. У него же удары. Ну почему у меня, блядь, не копится ярость? Потому что он не бьет автоатакой. Когда не бьет автоатакой, не наносит урона. А ты нахуя тебе ярость? Просто так. Просто так, когда сурка бил, он не бил у меня автоатакой какое-то время, потом еще какое-то время. Не, просто каждый раз, когда... он ударом героя. У тебя, походу, макро свитч какой-то на стоп атак. Когда я в трэш свитчился, после трэша он у меня не бил автоатакой, пока я правой кнопкой мыши не клацал в босса заново. Ну, ты посмотри развертку листа-то, у него автоатака на первом месте, удар героя на третьем, он просто не бил ударом героя. Да. Не, меня больше беспокоит вот этот паладин с высотка сурки. Меня тоже беспокоит. Вольсунг ТВРК, брат, отпиши в рейд, пожалуйста. Да, что случилось? Ты в каком спеке идешь? В рейтинге, конечно.
У тебя... Ты надамажил меньше танка. Еще раз. ГС? Ну, 6.5, по-моему, да. Ты играть умеешь или у тебя дети отвлекают? Ты не можешь играть с нами сейчас? И, ну, ты скажи, если ты не можешь играть, ты пойдешь просто с детьми играть. Блин, ты на нас с наездом горишь. Я плохо дамажу, да? Ну да, плохо. Может быть, он печать забыл включить. Когда я забываю включить печать, я тоже мало дамажу. Да ладно. Ты... Ну не 4, кажа. Ты в эту игру играть умеешь? Печать мало дамажишь, это другой вопрос. Да, иногда я в эту игру играю. Хорошо, если я плохо дамажу, я ухожу. Простите, ребята. Нет, вопрос ты. Я так дамажу. Все нормально. Сегодня. Может быть, не мой день. Ну, все, я ухожу. Ты он, давай, что? Удачи. Чего? Мне показалось, что он накрытый конкретно так. Ну да. Тебе показалось. А почему ты говоришь так медленно? Мне почему-то вообще показалось, что это пробка. Ну, а здесь у меня дети забегают просто. Здесь да понятно, понятно, ты смотреть. Не можешь играть, все ясно. Подождите, не перебивайте, пожалуйста. Дайте, я спрошу своего друга Вольцук. А ты раньше бил Саурфанга смертоносно? Ну, конечно. Ну, неужели? Конечно. А да. Чего ты всего 4К ДПС сейчас дал? 4К ДПС? Ну, прикольно. Как будто ты не бил его. Да что тут Билов-то так, а чё вы к нему пристали? Да, блядь, я попросил не перебивать, чё ты лезешь? Простите, я старался, правда, ну не знаю. Неправда, видимо, не получилось. Ну, сегодня как-то не удалось, я понял. Да, сегодня что-то не удалось, правда. Видимо, там, может быть, по-другому звезды встали. Да, звезды не сошлись на небе, всё правильно говоришь. Да, простите, ребята, да, спасибо, удачи в рейде. Пожалуйста. Мне реально показалось, что это как робот разговаривает, это как, знаете, переводчик, вбивается быстро текст. Так, пришел, может отдохнуть в игру, тут какие-то цифры, что-то среди делать, что хотите. Среди бред какой-то. Стойте, тут вам сейчас трэш приведут. Что-то, Лен. Взяли, прогнали человека. Ну, не знаю, что за люди. Да нет, ну... Чувак надамажил, как воет в среднем, а его сразу кикнул. Это было обидно, вот честно. За кого тебе обидно? Ну, он невменяемый, ты не видишь, что ли? Ну, что? Ну, как что? Ну, давай... Это типа рыбак рыбака видит издалека, понял? Давай таких-то берем, блядь, полный рей. Тут же ВВК набрал таких полрейна. 5. Ну, если на то, что пошло, реневал всегда таких набирает. Каких таких набирает? Даже до валитрии доходят в обычки и расходятся. В чем здесь это и то, что у нас сейчас произошло? Вам легче то, что у нас пустой слот? Пойдем кого-то. Мне тяжело. Смысл с него. Мне очень тяжело в рейде, потому что ты в этом рейде находишься. Было бы хорошо, если было бы сейчас минус 2 слота. Я могу уйти. Лена, слышишь, сиди. Уходи. Че ты наводишь ерунду? Все равно. Сидеть. Иногда лучше пустой слот, чем какой-то вагон, который будет только мешать рейду. Где ты Жирина увидел? Тем более он невменяемый просто этот человек. Кто в ветре? По общению, вменяемый, мне показалось. А вот ретре. Да ретре нормально, чего? Вот этот человек решил просто. У этого парня как будто у него минус 2 по МСК. А, забери, Даня. Меня жрут, меня сожрали. А, сорян. Знаешь, я уже
ничему не удивляюсь, сколько лет мы тут играем. Дайте как, войско. Ладно, давайте. Дай войско. Дайте войско и добивайте. Как у тебя 101 тысяча хп? Под кровью вампира. Еще раз. Так, сейчас, подождите. Наконец-то музыка нормальная, не то что у вас. А кто уголы надамажила больше, чем фулл метал? Вот это приятно. Я надамажил 16 камней, чуть-чуть стыдно. Да ты, блядь, всегда так дамажил. Так, есть? Давайте подходим так, к шоссу по ренжу. Так, смотрим. 2 шп, 1 хант, 3... 1, 2, 3, 4... 5 магов. Два ханта. А, Ваня, если хочешь, я могу на шп тут зайти. Я могу, причем варом чаржнуться под босса, и он будет бить автоатакой. Так, ладно, давайте тогда 2 лока, 2 охотника 4, сова 5, 2 шп 7, протопал 8. И давай... Шадоуморн. Шадоуморн, да, Шадоуморн. Квапу пристабав фулбу. Дайте фулбафы. Так, смотрим, чем там не хватает. Каск, лапа. Дайте лапку. Пристабав лапу. Ну, дайте лапку и пристабав друиды. Друиды ему присты. Пристабав еще. Давайте чек на пул. А кто пояс получал? Муэрт спрашивает с этого. Маг получал. А как не? Ты мне начислил, наверное. Да. Поле лес, поле. ДК, начинай. ДК, начинай. Сейчас, сейчас. Давайте становимся в центр. На луже, когда будете там лужи выливаться, перебегайте, не стойте в куче, там по 10 человек, не рыгайте рядом. Так, и глыбу прожми. Роджер, что, на ренже стоишь? Под босса потом уйди. Отличные новости, народ! Встаньте, которые в мире зоне стоят, чтобы прям в кучку, встаньте прям под жопу. Слизней не отпускайте, на ком слизни. Так, если кто-то умирает с ренжа, Вуди первым сразу убегаешь. Не, так, здесь на ренже. Ты же 2 лока поставил. А, да, 2 лока. Ну, тогда кто там... Ну, какой-то маг выбежит, то скажу, большой где-то в центре. Я не в центре, не вижу. Он сзади где-то. Прожми глыбу, маг. Эти фридом погуляют. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Большого забирай. Так, нормально, играем. Хильте, хильте меня. Хильте протопала. Не бегайте за спину, кто там под ногами стоит, кто там разворачивается и рыгает на рейд. Отлично!
все равно с Эршам на пранже стоит. Ну он невнятный какой-то. Эрш там дай, тотаем сходит гимн на маму. Бегите, разбежимся. Взрыв. Бегите, взрыв. Дайте саку, дайте гимн на хп. Все РДД на рейнджу, все РДД на рейнджу. Дамага такой сдохла. Кого не называл на режим, можете обратно вернуться. Боже мой, диспельте метку с Вары. Не боюсь, захилю. Дрешите сразу там двух магов. Мройте перчатки на мейнспект, надо кому-то. Гниломорт сдох. Но есть и отличный. Рома, бери, дамажить будешь. Надо кому-то шапка и кинжал бесплатно. Кровь кому-то надо, там осколки. Там вторая ловушка, стойте, не бегите, пусть рога обезвредит. Какие должны быть символы? Да быстрее убьем, трэш. Запустите ту ловушку. Пускайте кто-то. У нас роги нету причем. Да, роги нету. Да. Надо кто там осколки? Кому осколки отдать? Кувер. И должны быть символы у Вареста. Живой бомбы, правосудие, еще там что-то. Спасибо, Са. Так, смотри, я могу взять хорошего эрдру, тогда ты можешь вообще в три хила захилить все, и этого шаленси в ДД спятнуть. Давай. Здесь помощник. И пока с этого, пока зайдет, можно убить тухлого без эрдру. Там. Не неадекватно, не вменяемый. Тебе сказали под босса уйти, ты выходишь почему-то на рейндж. Да мне кажется, там помимо него нас чересчур много было на рейндже. Просто по 5-6 человек стояли в одной точке. Ну, так, дайте тебе фулба, помогам. Ну стоял, ну что поделать, больше никого не было, увы. Давайте две споры выносим два раза, квадраты, трусы, двух шаманов. Третий раз не сбегайтесь, кому надо, пусть сами сбегаются. Смотрите, там чего баф не хватает. Дайте просто баф. Давайте чек на пул. Так, что там будет? Дайте просто баф. Дали там просто баф? Не дали. Дайте просто баф. Все готовы, так начинай. Да берите там режу, не стойте по 20 человек в одной точке. Что-то для вас там в РД-зоне сильно до хера. Давай, спорка, кто там стоит, кастует, я не прист. Что-то не сбежался. Одну спору... И, короче, кто сдохнет, тот тапки не получает, так что смотрите сами. Если не могут сферу принести, бегите сами за сферой. Чешку не пожал, давайте. Ретрик выносит специально. Да нет, там маг еще кто-то побежал, непонятно кто. Ретрик с Мелизоны выбежал в РДД зачем-то. Сейчас послежу за ним. Я вынесу из мили. Стой, дамаж. Все, третий раз споры носить не надо, там сами пусть бегут, кому надо будет. Давайте, готовьтесь, протопал скоро заберет, но будет протопала хилить.
Все, стойте, бейте. С вами сбегайтесь, кому надо споры. Все, протопало, хилим. Ретрики, можете поставить ауру от тьмы и на выдохе мастер ауру дать. Давай, сакру. Стойте, просто бейте, там никуда не сносите споры. Давайте там кнопочки как-то чаще жмите, тут ДПС-то что-то маловато. ДПС для того, что кнопки часто жмутся. А какой был на сурке ДПС, кто-то помнит? Рекаунт помню. Я не пойму, что у меня с дамагом, почему нет. Как и гниломорт. Молодец, что оставил... Ты с одной пуха дамажишь просто. Где-то я проверял переспек на спектр. Надо кому-то на мейн спек. За 10. Хотя не, я пас. Нахуй. Ты что, кот у меня 4к ДПС забирает? АЦ, ты написал в РК, что... Да, мне не надо, все уже. Ты ебану другого персонажа получаешь. Это кто, приз написал? На тренгрену получаю. Приста, додай шаману Роджеру. Я вообще не... Роджер, где? Как можно идти не фуловым персом и на какого-то другого ИП просить? Это же бред, блядь. Ну идешь ты, одевай персонажа, которым идешь. Ну я могу за рулем тем зайти, тогда там 5.9. Так, хитки покажи. Джесс, у тебя есть ДД спик? У него кот был, по крайней мере. О, кот, ребята, мне написали, что я из-за кота плохо дамажу. Какая херня, блядь, аж тяжку пришлось отдавать. Так, Джесс, спик, если кота. Так, что по тактике? Короче, будет стопать проф, они успеем все равно перевести. Первая лужа, точнее, первый зеленый стизень будет незаметен. Так, сольем. Бурсты отдавайте на переход, сразу отдавать не надо. Давайте все тут, кушайте рыбу. Чему передаем, не забываем там. Все как обычно. Ну, наверное, не врага. Кто? Ну, Шелленси никак не реагирует. В смысле? Блин, тебе уже раз пять сказали в кота спикаться.
А еще можно кулак варам дать, может быть я без кулака просто там аж, поэтому я хуй сос. Да можно, Юльчик, хватай куклу, там омоложение, буйный рост. Побафайте сначала. А ты что, на фоне мог ответить на себя? Так, 13 кдпс на тухлом, ребята. Так, давайте чек на кул. Дальше будет хуже. А что, стопать будем сейчас? Да, будем стопать. Я буду. Так, Юльчик. Дайте по друидам бафы, каску дайте. Пристабаф дайте, интеллект дайте. МП5 есть. Так, далее. Дайте все, дали, готовы. Давай, ДК, начинай. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамп чумы, которая уничтожит весь... Смотрите, там, когда будет РД хилы в центре стоять, там будут пельмени вместе с зеленым слизнем. В лужах не стойте, выходим. Там надо будет убежать в стороны и не затупить, чтобы вас пельменями не убило. Кто умирает от пельменей, там, от чумы, от какой-то фигни, нападет. Давайте, хилы РДД в центр, стоп по проф, профа не бейте. Зеленый выливается, вставайте, все в печеньку становимся. Давайте, все в печеньку. Идем в центр, короче, печенька спадает, играйте по зеленому. Давайте, фулл ДД в зеленого. Сбежались. Давайте, смотрим, надо будет цель сбежаться еще раз. Давайте, сбежались, добиваем. Все, добили, переводим профа. Чума, Юльчик, чума. Так, давайте, красные бейте уже. Красного идите, лупите, зеленый под стол, красные бейте уже. Там паладины кинете корону, если будет смена красного. Давай, Дорн, беги, с зеленого сбежались, играем зеленый, красный. Давайте, сбежались от зеленой. Смотрим, ретарги зеленого, еще раз бежимся. Так, сбежались. Плохо сбежались, давайте еще раз бежимся. Смотрим, куда. Сбежались. Добивайте зеленого. Все, играйте по профам. Давайте, будет сейчас красные пельмени пошли. Красный будет сейчас вливаться. РДД играют в красного, мерите в профу. Там колбы аккуратно. Пельмени центр. Ну почти центр. Давайте РДД красного играйте. Мерите профу побейте. Смотрим, красный бежим. Мах, Лантана беги. Давайте, добивайте. Сейчас будет зеленый выливаться. Пельмени пошли. Да, колбы не очень удачно. Мирики там аккуратно. Давайте хилы РДД в центр идем. На первом слизне будем стоять так же самое. Че он, блядь, смотрим. Стоит, когда я кастую? Давайте, смотрим. Сейчас будет пельмени в центр лететь аккуратно. РДД не сдохните, не поймайте пельмени. Пельмени центр. Отошли. Давайте, в зеленого играйте. В РДД зеленого авторе сбегаемся. Мирики, в РДД зону бегите. Давайте, сбегаемся. Добивайте. Пельмени. Так, надо будет стопануть ДПС, скажу. Когда стопануть, бедолом чему передавай, охотник. Так, давайте, стоп по профу. Профа не бейте. Не бейте, мирики тоже не бейте. Мирики курим, РДД бейте зеленого, потом будете мирики бить красного. Четверо красного бейте, мирики. Так, орех, ресы, паладина. Бейте красного, все, переводите профа. Все, переводим. Так, давайте по дебафам так же самое, красного уже идите бейте, зеленые к столу ушли. Отдавайте свои бурсты. Так, дал рост, играйте по слизням. Зеленые сбежались. Так, Олег, беги. Там мне два слизня вроде, да?
хуйня. Да, только ДВ. Не зеленый. Так, давай, сбежались. Кивай далеко отбежал от хилов, надо будет еще раз повторить зеленого сбегаться. Так, сбежались. Добивайте, еще раз бежимся. Добивайте, сбегайтесь, все, играйте в профа. У кого рейги на диваны, там присоедините ретрики. Пельмени центр, хорошо, кинешь, как раз скажу. Так, лужи не стоим, нормально все. Паладин на трех стаках заберешь, как обычно. Все, забирай, прожмись и хилим паладина. Так, давай на... Кто там на... На Терказа, давай диван. Все, снимай бабу. Скажешь, когда забрать, не вижу. Ну да, два стака пока только. Так, пельмени где-то полетели. Все, можешь забирать. Все, добивайте профа. Все, молодцы. Идите там резайте павших. Колба кому-то на мейнспек надо.